Переход Казахстана на латинский алфавит сыграет важную роль в дальнейшем взаимодействии и сближении порядка 40 тюркоязычных народов. Об этом уверен доктор филологических наук из Кокшетау. По словам Бердыбая Шалабая, использование латиницы особенно удобно для работы в интернете. Это также станет посылом для популяризации казахской литературы. Латиница нужна подрастающей молодежи. Я скажу больше. Она для тех, кто сейчас еще в колыбели. Это их будущее. Предполагаю, что старшее поколение немного волнуется. Но я хочу напомнить, мы возвращаемся к своим корням. Казахский язык должен сохранить свою мелодичность, свою особенность. В нем нет необходимости в мягком, твердом знаках.